Ну вот такой вот лук, значит, я уже показывал. Ничего мы с ним не делали, и он в итоге, он походу созрел и начал отваливаться. Сам отваливается, падает вот так вот. И, я так думаю, прирастает. Интересный такой вечный двигатель получается. Короче, вот как-то так. Вот только что у нас бушует. Ну, пчелы опыляют. Мед будет. В одном кусту все разноцветные. Сейчас упадет дерево. Уже сквозь лес видно. Видно другое небо, видно. А раньше там все темно было. Варвары.
Вот сколько зверья на вот этих цветах. И пчелы, и осы, и жуки. Одним дублем иду. Вот этих много пропало, прям побелели все.
Вот еще цвет. Это картошка. А шумит как. Их там две было. Где-то самолет летит, не видно. Видно, но не могу поймать.